вспомним их поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Из книги «Как сражались чекисты». В разгар боя старшина роты Александр Гришин, заметив, что один из танковых пулеметов умолк, заменил тяжело раненого пулеметчика и стал в упор расстреливать густую цепь атакующих фашистов. Рядом с старшиной в эту трудную минуту оказалась вон фельдшер Анна Бесчастная, комсомолка, пришедшая в полк завода «Красных тялок». Она подавала пулеметные ленты. Когда вражеская пуля оборвала жизнь Александра Гришина, Аня сама легла за пулемет, не обращая внимания на свист осколков над головой, на взрывы мин. Снова залегли под свинцовым линией фашистов. В этот день комсомолка Аня Бесчастного уничтожила около 40 немецких солдат. Под жестоким огнем вынесли с поля боя 51 раненого красноармейца. Девочки, даже при победе, снизь кирзу на лаковый каблук, и в легком платьице в цвет утреннего неба, пройтись по городу в кругу своих подруг, забыть войну и цвет бинтов кровавых, за городом над чистой рекой упасть цветущие дурманящие травы и насладиться мирной тишиной. Да, верно, у войны не женское лицо, но тысячи женщин вместе с мужчинами приняли на свои плечи тяготы войны. Они были летчицами, связистками, а чаще всего врачами, медсестрами, санитарками. Они спасли жизнь раненых, вынося их с полей сражений, оперируя их, ухаживая за ними. Их было много, смелых и нежных, заботливых и стойких. Одни из них встретили радостный день победы, другие навечно остались земле родной страны и чужих государств. На площади героев, что на Мамаевом кургане, среди других скульптурных композиций, вторая посвящена им, женщинам. В скульптуре запечатлен образ санитарки, выносящей из-под огня раненого бойца. Под неповерной тяжестью согнулась хрупкая девичья фигура, напряженно сдвинуты брови, крепко стиснуты зубы, сжаты губы. Возможно, автор проекта памятника ансамбля Евгений Викторович, создавая эту скульптуру, представлял себе именно Анну Бесчастную. Светлая память им всем, прошедшим войну. Они действительно святые люди, хотя сами они утверждают, что просто защищали Родину. Это им, женщинам на войне, посвятила свои стихи Юлия Грудина.